мы на этом фестивальном движении уже в третий раз. Мы были в Сочи, мы были в Минске, теперь мы приехали в Анапу. Нам все нравится, нам нравится ваша атмосфера, главное, ваш людской ресурс. Все молодцы, всегда улыбаются, всегда все подскажут. И детям тоже нравится, да, дети? Да. Да, мы с удовольствием приезжаем на ваши конкурсы. Поэтому многое лето фестивальному движению «Территория талантов». Я очень люблю это название. Ну и МД Прайд, поскольку вы теперь уже себя переименовали. Будьте здравы!